Какие же возможности дает нам эта система? В первую очередь, это возможности для родителей. Родителям нет необходимости давать обеденные деньги своему ребенку, а ребенок сможет полноценно питаться в школе, потому что у него не будет наличности, он не сможет эти деньги потратить в магазине, в ларьке, в киоске, он будет вынужден их тратить в столовой на полноценное питание, будь то буфет или комплексное питание. Я считаю, что лишать детей карманных денег на 100% и абсолютно не доверять, что вот они проиграют, куда-то потратят. А когда же у человека начнет формироваться чувство ответственности? Да? Мне кажется, вот не бесспорно. Я своей дочери деньги наручно отдавал, без всякого сомнения. Это очень удобно, мы можем быстро подойти и все взять. Не надо стоять в очереди, большой выбор. Нам всем нравится. Наши положительные – убрать деньги из столовой, вот из буфета. Ведь работник столовой вынужден сначала посчитать деньги, потом одеть перчатку, чтобы были соблюдены все нормы и требования. А следующее – это уходит время. Вот они стоят. Пока каждому посчитают, время ушло, перемены не хватило. В столовой сейчас видно все расходы, все доходы, все, сколько блюд. Не надо работникам столовой вечером сидеть и подводить итоги. Это все просчитано.